Вид, набери. У тебя... Это у тебя в ретрике с Нистис там было или что? Или в танке тогда? Нет, в ретрике был. На... Зарезали ДКшка нахуй. Не, ну ДКшка по выживаемости все равно лучше. Массейф на рейд есть, блядь. Ну да хуя что есть, а у медведя такой хуйни нету. Вот он от магии как засейвится? Никак, только Mass живёт. Массейф на рейд это Т4 же? А, Т4. А если нет Т4, то нету сейва. Ну да. Тебе пощёп чарка вот это защитник. Да, там же чарка есть, ТТГшная, дающая 2-10% от магического урона. Это... И будет тут на ДК... ну да, да, в принципе. Надо ДК бы... ревностный. А чё вы говорите? Еще вот 2% от камня. Есть чарка, короче, сейчас я тебе зачитаю. Как ревностный, вы говорите, какая-то чарка там? Да. Да. Нихуя себе. Это вообще имба прям, да, пиздец. Ну она типа не классовая. А, которая 25 секунд КД у меня. Слушай, при получении урона, когда ваш запас здоровья ниже 30%, вы мгновенно восполняете 21600 единиц здоровья, эффект срабатывает не чаще, чем раз в 45 секунд. Блядь, триня халявная. Это пиздец вообще жестко, нахуй. Это ревностный, нахуй. Я хочу такую хуйню на всех танках, нахуй. Ебать. Блять, давайте в ТТГ ходить, сука, нихуя себе. А это классовое чисто? Это общая общая, да, прикинь. Общая, так и паладину можно так же. Нихуя жестко. Ревностно. Я у Спокмана увидел вот это и нашел же ее. У Холи Дринка, по-моему, такая же есть. Нету. Нет? У меня две классовые чарки. Это вся хуйня пригодится в этом, как он называется, на новом контенте, блядь. Ну, да. Пока выбьем, конечно, это все еще, блядь. Так, кого сейчас убиваем? Будем все, короче, с такой чаркой. Собаки начинаем, как обычно. Назад, ребятки. Мы по кругу трэш чистим до собаки. Собаки начинаем. Потом средний, потом гаганаш. Вы там, походу, пока трэш бьете, там в памяти раздупляете там вот эти все, блядь, движения, как там на собаке бегать. Чтоб, блядь, вайпов не было миллион. А че это моб откуда, блядь? На собаку сначала? Да, да. Такое ощущение, как будто люди не в диссе сидят. Я просто ходил. А. У нас 26. Даже лишний кто-то. Я, блядь, когда-нибудь в течение годика хочу ДКшника ДД еще собрать. Почилить, может, когда-нибудь удастся, нахуй. Без так. Проблем. Танков хватает. Слышишь, так вот эта чарка еще потом при. Ну, когда апаешь до 284-го, будет вообще 27к восполнять. Да, если не понерфит ее чарка. Если не понерфит, да. Ну, чарка имба. Да, 284-го уже нет еще. Ну, это они выкатили, которые будут чарки на 284-м шмоте. Слушай, а я вот что-то ссылку тыкал, там старые чарки написаны, там вроде не поменялось, вот это все равно там 3% пишется. Я уже Atlas Loot просто скачал новый с чарками. Ага. А где он? Там в каком разделе? Может, у меня тоже есть, хуй знает. В форуме. Не, я имею в виду в самом Atlas Loot, как называется раздел? Где чарки? Просто выбираешь тюрьму Тулгород или ставишь до конца, и там будут чарки. Так, я захожу. Так, тут хилов поменьше надо, так что сейчас больше дамагеров надо. Так, в пятой пати у кого-то МДД есть? Так, Синтек в ДД, Бардаун тоже будешь, шипашники? Только этот, на отсе, на этого, в ДЦ тогда прыгни.
А можешь лучше я в ДЦ, если она-то есть. Берите ауру воина света, заберите сосредоточенность. Ладно, будьте тогда 4 хила. Слушай, а у вас есть такая фигня, когда вы игру закрываете, у вас вечный крит какой-то появляется? Окошко вылазит, типа ошибку удаёт? Да. Да, постоянно, периодически. Вот у меня после CLK такая фигня теперь каждый раз. Ну ты зайдешь или ничего? Ну не обязательно после CLK, но вообще. Нет, почти. Вот конкретно эта ошибка стала появляться после вот как мы убивали вот уже, этого. Вот, давай потом ты разберешься с этим. Сейчас мы будем играть. Да не, я просто говорю, может кто-то знает, как строить. Суммоните. Суммоните его. Кого суммонить, я уже тут. А. Так, сейчас посмотрим. Значит, первая, вторая пати. Звездочки с миликами начинают. Так, еще два человека. Это будет... Кто там, блядь? Вардаунт нормально на редже стоишь? Ой, блядь, с фиолетовой меткой. А я ни разу не был, я не знаю, что там делать. На зеленую стоишь, да? Да, постоянно там был на зеленке. А сена, полиприст, на фиолетовой постоишь? Давай, Шалфир. Да, блядь, сука. Заебете, блядь. Шалфир и еще одно тело. И Давакин ты был, да, на фиолетовой? Или ты в кота? Давай, ты Равист в кота, нахуй. Там нет, никто не был, нихуя. Равист и Шалфир, это фиолетовый. Остальные все, это получается... Сколько? Это получается 3-4, кроме Рависта и Шалфира, и 5-я пати. Вы все зеленые. Вот, Синтек в ДД... Вот остальные там 4 хила хилите. Зубражин ты в этом, в Элеме тоже. У нас же этот, Призен. Есть. А, Призен, я забыл. Тогда Шалфир в РДД стоишь. Шалфир, иди обратно в РДД. А Призен туда. Призен и Ировист, получается, 2 милика. Ну, нормально. Так, рыбу пожрали. Кому саппорт надо, обмен. Тактику напоминать там или что, или, блядь, как? Молчание, знак знания тактики. Там же кто-то тебе писал, что ни разу не стоял где-то. В РДД, что ли? Ну, то, что ни разу не стоял, ты что, получается, и тактику тоже не знаешь? Кто-то... Ну, возможно. Кто тактику не знает, есть такие? Короче, с гейзеров, смотрите, выбегайте там. Если будете по 5 человек дохнуть, блять, будет кто-то другой танчить, буду стоять и ебашить ГП просто. Долго сидеть 2 часа тут неохота, так что раздупляйтесь побыстрее. Так, проверка. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Там, кому не впадлу, там говорите голосом, там, допустим, РДД, гейзеры, следующие милики, там, нахуй. Потому что я в стене, я нихуя не вижу, то кроме стены, блядь. Если вам это надо, конечно. Морды до гейзера. Значит, на обстреле будут в миле. Он хпал уже лежит, чилит нахуй. Да я хуй знает куда выбежал, меня все равно убило. Обстрел, смотрим. Бегите или умрите. Берегитесь.
Я вынесу, я бабл. Смотрите, там с ним не бежите, это пал, он не сдохнет. Раздагейзер. Частицу обновить на воина. Сейчас урон. Обстрел, смотрите, вот, внимательно на обстреле. Так, Шалфир там. Если смотри, если хуёво будет, на хп читать можешь. Можешь уже вон читать, а то вы сейчас сдохнете нахуй. 6 лямов, давайте, не дохните. Ой, да захильте. Есть там хилы, нет? Нет, лужу вынесла. Вы не подходите к миликам? Зачем подходите? Захиливайте быстрее эту хуйню. Под незыбкой люди. 2 ляма добивайте. Он Святос. Выбеги один, да сдохни, да и все. А, там шо. Это нормально. Ох ты, сколько рук. Так, шо там, блять. Сука, не дай бог на танка нихуя не выпало. Ничего. Че там на мишку есть? Здоровье. И одна сап. Руки кожаные. Бля, подбирать надо. Не надо никому этот посох ебаный. На вов там, на хуев там, вот эту всю хуйню. 10% фарла. Игрок не найден, блять. Еще раз. А, запас здоровья. Да не, не получается. Давай на стрессу дадим тогда. Ты отдал мне. Да? А. Так, это что, 70 скорости рейтинг, блядь, нахуя? Пиздец. Бред. Чарки такие смешные, пизда просто. Ну, кто крутить будет, типа, давайте сразу это узнаем. Кто крутить будет? Вот имя имен 10 и на сено нажимает. Я думаю, там на лока будет чарка падать, а не на хила. Не на хила. Имену тогда закину, там уж смотрите. Не, ну я ее отдам, я ее не буду прибавлять. Но это ваше уже, я закинул, там уже решайте. Что это, сила атаки, кожа, блять, кисти рук. Ну пойми, блять. Если кто... надо кому, я отдам эти перчи. На сено там нажимал, 10% тоже, вроде никто кроме вас. Подушечки вроде нужны, и на же вроде РШАМ, и хоста нужна. Какая? С чаркой на хосту. А. Перси с чаркой повышает запас здоровья. Там классовый не будет, блять. Так, ровист и дисгрейс. Кому с вас давать? То крутите эту хуйню. Давай ровисту. У меня так их там две. Такие же. Мне вторые можешь отдать. Ровисту и дисгрейсу отдай. А, да. У меня есть, но у меня 258. А с запасом, отдай, запасом здоровья кому дать? Ну мне давай тогда. Типа там две их одинаковые. Я эту паролю, если что. Так, на эту получается. Дисгрейси дуэту, да? Блять. Че, мне хила? Да, конечно. Так, теперь кольчуга на силу атаки, блять. На энха, на ханта, хуй знает там. Так, кто там? Призан нажимает сотку. Призан на киса 50, изображен 10. Сейчас быстренько релогнусь одну минуту. Ага. Дон закосячил. Не, не заметил. Да как бы похуй вообще. Этот питомец, на кого бог пошлет. О, синтеку. Вроде а как. Надо кому-то, у меня есть. Ну кинь на ролл просто. Кинь на ролл там, я хуй знаю. Просто, блядь, не люблю эту хуйню разраливать. Полчаса. Так, в хилах. Значит,
Синтекс маной нормально. Зубраджин в хила, давай в шестого. Так, Шалфира. Шалфира сюда подхилишь миликов. Так, Акиса. Кто у нас тут? Акиса сюда. Спирит. Ладно. Спирит скиллованный. Значит, что на этом боссе делать, вы знаете. Значит, 6 хилов хилят. Да ебаный в рот. Ебаная лицензия, блядь. Поставьте шкаф. Я уже добегаю. Да там песов дала ранее. А, ну смоньте. Там это самое, значит, ДЦшник и холиприст. Когда заходите в конце, инструкция вам, бублики будут вот эти на полу появляться круглые. Ставлю рыбу. Когда будете заходить, будет команда. Вращаются, да, вот лед. А? Которые вращаются, да, такие хуйни? Да, да, да. У них снижается отхил по вам на 80%. Это получается, еще и дамаг по вам идет. Получается, вы будете терять хп, но захилить вас невозможно будет. Вот. Чтобы там не подохнуть, значит, один на себя это, крылья, второй зубы. Но невосприимчивость там не нажимаем. Баблы, глыбы там не отдаем. И панцирь антимагический тоже там не жмем. Только снижение процентное это модификаторов урона. Вот. Минус 50 можно? Да, минус 50 можно, даже нужно. Перед заходом в бублике на касте отдаст, короче, гимн на хп Big Dam. А после выхода с бубликов, и в бублике да, зайдете, тучку сдадите. После выхода с бубликов Шалфира дашь на хп, там кого-то подхилишь. Два хила на свое усмотрение, там давайте это на хп гимн. Ну а пэса подстраховочный я скажу, когда надо будет. Так, сейчас таймер вытащу. Самое главное, еще раз напомню, на дыхании надо, чтобы никто не подыхал. Значит, роги ложный выпад на дыхание 5-секундное. Энхи через себя 2 цепухи 3 пускаете. Вары защитную стойку там на 2 секунды, на 3 включите, чтобы поменьше на 10% урон по вам шел. Ну, друиды дубовая кожа, что там. Локи защита от тьмы, заслон от темной магии. Два носка щит маны. Ну, хилы себя захиливают. Ой. Че? Слышишь, у тебя 4 ЭМА. Вот 4 Всё. Дыхания можно просто ЭМА сдавать. Не надо, не рассказывай. Можно, пускай сдают. Я на этой хуйне не заморачиваюсь. Здесь не заморачиваюсь, вообще похуй. По ЭМА, короче, этот самый Фарла, смотри. У тебя же есть Т4? Ой, блядь, массейв, наконец. Значит, массейв будет с моей незыбкой именно в то время, когда люди заходят в бублики. И ЭМА тоже на эту хуйню оставь. А между собой Рарник, Лингрин, Холидринг. Ну давай, Рарник первый, Холидринг второй, Лингрин третий. Вот. Вот три дадите на три дыхания, и все. Дальше похуй. Как откадешься, у Рарника потом даст. Ну, к тому времени мы за 2 минуты босса убиваем. Рарник, а ты возьми просто через книжку поставь. А у меня и стоит через книжку. Я не запалюсь. Так, ауга. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вон там пол черный приближается, а вот из-под босса идет. И дыхание сразу захиливает. Подушка, вставалку, юзер, вист, если 2 носка. Подушка, ставь тотем, водикон, иннер по подушке. 2 носка вставай, щиток 2 носка, фулбаф, каскула, пристабаф, обновите. На дыхании 2 носка там, вон там щит маны нажми. Нормально захиливается. Давай, Шалфир, пока что гимну ману и бани. Немножко подресается. Хотя бы у 2 носка. 1% фазы. На 35 где-то геру дадим. Вон мобы идут, скорее всего, в меня. Милик, если будет лужи хлопаться об меня, немножко от босса назад отойдите.
Сейчас я их похлопаю здесь. За боссом в лужу не идите. Появятся сферы под боссом, сразу зауешьте. Вон сферы появились, милики, зауешьте их. Так, я босса выведу сюда в бок. Проклятие выносите, этот, бублики. Бублики выносите. И когда появятся, сразу с них выйдите, выйдите с них. На решетку потом не вынесите, блять. Милики, короче, уходите на чистую сторону, вот на эту сторону, противоположную. Дыхание захиливаем. Сейчас еще проклятие будет. Вот проклятие вышли, с решетки вышли, с решетки с проклятием быстрее вышли. И сейчас вот люди оставили бублики, все с бубликов вышли. Готовимся, стоим. Блять, а у меня не набрана эта хуйня руническая. Давай ПСа на ХП. Ну и там добьете. Будет погружение во мрак сейчас, скорее всего, скоро. Выносите проклятие еще не третье. Все, да, уже не успеет, блять. ДПС это хуя. Оставайтесь в 6 хилов. И это самое. Кто там? Ну да, оставайтесь. Так, что тут выпало у нас? Пуха. Кому надо одноручка на танка? Святос 10%. Рарник. Святосу или рарнику? Святос отдай. Так, закинул. Так, дальше что это у нас? Способности, заклинания. 320 урона противникам. У нас 320. Это доп. Урон. Каждую это секунду будет доп. Урон делать. И что это, на ДД или на кого это? Это ДД, чарка общая. Так, ну, рольте, кто вот ну, это вот наруч. Да какой хил там? Что за наруч? Там РП, блядь. Крит РП, латы, блядь. Вон так, Святос нажал. Святос, Фарла. Ну, Фарла, ты пока в хиле. Святос и на стресс. Кому с вас нужнее? У тебя там какая-то совсем с критом, да? А у тебя с глубоким раном. Ну, давай Святосу закину. Так, теперь что это? Ноги, латы, крит хаст, рейтинг критического удара, блять. Хуй знает. Полипало только на секунду. Так, хулипало. Здесь что у нас? Раз в 15 секунд. Грудь, короче. Раз в 15 секунд. Молитвенное обращение, блять, молитва исцеления. Это, короче, что-то на хила, на приставку. Это лучше на ото, если он будет по холдике постоянно бегать. Там что, разные чарки не общие теперь стали? ДЦ-чарок нет. Вот я посмотрел на сайте, там ДЦ ни хила нет. Там чисто все на холика. И все связано с молитвой. Так, и еще какая-то нихуя. Взрыв разума, короче, зап и ткань. Скорость, меткость. И взрыв разума чарка, короче, на шипешника. Так, шипешники у нас Биг Дэм и Шалфир. Биг Дэм, у тебя нет такой чарки? Запа нужна чарка, и запа нужна. Реролить будет. Типа у меня, короче, есть все абсолютно три шмотки с тотенгем, мне нужны просто запы, и любая чатка на это запа. Меня больше не надо ничего отсюда брать. Так, ну вы оба твинка, кому с вас давать, Шалфиру или Биг Дэму? Ну, у Шалфира запа есть, я лично давал в десятки, по-моему. Шалфир, что, Биг Дэму, да, даем? Короче, я понял, что я нихуя не понял. Что у вас там есть, блядь, что у вас там нету. Молчите, сидите, блядь. Ты их история вздыхал там? Нет. А чё молчишь? Ты скажи, блядь. А, так я думал, у меня выключен микрофон. Да, я говорю, что у меня 245-й, я линкую их. То Биг Дэм там все пиздит. Не падали? Не падали? Нет, не падал. У меня только штаны есть. Отсюда и все. Биг Дэм то все спиздит, ему похуй, блядь, что у него эта чарка есть, нахуй, только на другой шмотке. Он все запиздит, да. Блядь. Ну, типа, мне не нужны. Не крафтовые.
Короче, раздуплите так, чтобы, блядь, эта чарка, ну, в пользу вас имела, блядь. Если у тебя чарка есть, типа, ты можешь другие шмотки поносить пока. Вот давай просто смотрим. Вот у тебя... У тебя что там? На тапках? Вот, священный огонь. А где взрыв разума? Нету? А взрыв разума у тебя на штанах. Вот ты носи их, да, и ее в шелфиру, да и все, и не еби мозг. Ну, я бы и лучше ему дал. Ты потом покрутишь там или в другой раз убишь. И бегай так, похуй. Две чарки есть у тебя, ладно. А у него вот нету. Он сидит обиженный, блядь. Может, он тоже двадцатку сейчас начнет давать. Короче, это я вам так сказал, типа, вы там как хотите. Это чарка апает 1% урона. Да, похуй. Но все равно приятно же, когда есть чарка. Ну, залупа. Без второй чарки. На кого и какая чарка? Значит, инструкция. Значит... 6-5 пристов, короче, давайте масс диспел. Хули, тут простой босс. Отбегать, отворачиваться, выносить две метки, блять. Метки влево-вправо выносите в угол, блять, и все. Если места мало будет, скажите, отведу. Так, проверка. И второй рейд, там никуда не расходимся, у кого персы есть. Сейчас второй рейд пойдет РСК, потом ТТГ. Даем отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Метки выносите. Да Войда там достаете диспелем, блядь. Кто-то точно захуяривайте там, блядь. Ну там. Берегитесь. Отвернулись. Вы отбежали. Умрете. Шелфира захильте, яровиста. Чтобы они в лужу не забежали, не сдохли. Метки выносите. Не ловите эфир, отворачивайтесь получше, блядь. Убить успеете босса, блядь. Не падайте, как бичи. Выносите метки. Отвернулись. Давакина захильте. Отбежали. Метки выносите. Отвернулись. Вы ПКД будете вселяться, блядь? Я там, блядь. Метки. Отбежали. Там нормально в рейде места хватает? Да. Метки. Берегитесь. Вернулись. Бля. Пояса, ну ты чё, блин? Рарник, пиздец. Метки вносить. Я отвернулся и под конец каста опять повернулся. Слакайте. Синтек ресы рарника. Подамажит еще. Фул баф по рарнику, каску лапу при стаба. Метки выносите. Отвернулись. Пиздец, каждый эфир. Песа, ну ты чё? Отворачивайся. Отбежали, метки выносим. Диспельте свой, да, блять, мне больше дамага идет, сука. Эта хуйня увеличивается, дамаг. Магию то надо диспелить. Диспелю все. Три чела зафирялись, нахуй. Ну вы чё, хильте. Да, из тебя диспелил тут. Люкс. Веса захильте, не роняйте людей.
2 ляма побивайте. Все хз, может, у меня одного, но у меня прям сильно лагать стало в ТТГ. Ну, подлагиваю. Да, да, да. Тоже сегодня очень лагает. Тоже прям очень сильно лагает. Говнище. Здесь на танка что-то выпало. Там что-то на мага упало. Штаны на фаер мага, вроде как. Так, жезл. Смотрим. Нихуя хорошего не выпало. Да. Чуть не помню. Двое штанов на мага. Бывает, бывает. Пиздец, блядь. Одни латы, короче. На мили ДД. Так, ну тут на Насена. На Насена это чей твинк, напомните, я забыл. Дримботок. Короче, на Насена этому дам мартаунту. Вроде мейн, да? Не, но если ему на дом, пусть забирает, я не обижусь. У него там 32-й. Че, ему дать тогда? Ну пусть забирает, ладно. Давай ему тогда закинем. Так, штаны, что это вообще выпало? Да, опять на мага. Маг. Ткань Критхаста, жук, огненный шар, нихуя себе. На мага, говорят, хуйня, да? Там две такие, если что. Одинаковые, что ли? Да, ну, одинаковые. Блядь, вот выпали бы тапки, нахуй, да? Mm-hmm. Блядь, рейд подряд, нахуй, нету просто туфлей. Mm-hmm. А ты один маг в рейде еще. На, нахуй, забирай, нахуй. Ебись. Что это, кольчуга? Внукам показывать буду, блядь. Кольчуга с рейтингом скорости, блядь, охуеть. На Эршаму, нахуй. Давай оживую, блядь, не мелочись, старый отдавай. Сейчас я пояс ебану этот. Надо кому-то пояс, блядь, прием. Что-то никому не надо. Хилам. Вон, ну подушки. У подушки хуёвые. Ну смотрите, кто типа покрутить может у 2... У 2 носка есть это, как он называется. А чё я отдал, блядь? Пояс. Нет? Я что-то не понял, бля, нихуя. А, это просто табличка была. Ладно. Пояс чисто хиловский. Пояс хиловский. Потому что там реген восполнения маны. Так, зубрджин. РС-ка сейчас вторая будет. Так, а это что? СПД. Латы, блядь. Холипаловские. Это что? Кисти рук, блядь. Ну, рарник, ты собираешь холипала, да? А чё все ушли? Типа не надо? Блин. Блядь, да кому отдавать-то, блядь? Давай я ещё продам. Давай на распыл. Я там кому-то закинул, только хуй пойми кому. Вон там, биг дем. За 25 минут пронесли. Ну так, так и надо делать. И вторые эти, как они называются? Два носка. Игрок не найден, нахуй. Да я ушел. Че, а на кой ему двое, да, и кому-нибудь пусть реролинут, да и все. Да, типа, у кого баджик есть, реролините. Сейчас 1400 накину. Все, заходим на вторую РС-ку.